Surprise, motherfucker. Всем привет, друзья, с вами Мистер Билл, и мы продолжаем проходить Алиса Магнес Returns. Прошлый раз мы закончили вот где-то тут, не могу понять, где я. Надо что-то дернуть, наверное. Или мы уже дернули, или это мы забежали только. Короче, где-то здесь мы закончили, давайте продолжим. Дергаем цепочку, и что у нас происходит? Угу. Мы уже до этого ее дернули, скорее всего, раз там уже что-то открыто. А, нет. Короче, нам вот туда опять, обратно. Я так понимаю. Ух ты. Еще чуть-чуть и было бы финита ля комедия. Вот туда нам. Вот эта фигня, походу, запустилась. И мы теперь можем туда забежать. Да. Ну, либо эта урна вообще здесь появилась. Очевидно, ее здесь не было. Угу. Какая-то цель. Че это? Чернильная оса самурай. Ну, срань, блин. Вот эти вот хрени надо ломать, да, они, короче, исчезают. Где еще здесь такие? Так, где еще? А вон еще одна такая. Грибочек. Грибочек. И наверх. Довольно-таки длительный зал, на самом деле. Что такое? Продолжительный уже. Так. Еще одна оса самурая. Странно, что исцеливание не убралось. Там еще кто-то, что ли, есть? Интересно. Да чтоб тебе, ты посмотри, ну. Да чё, сдохни нафиг уже. Йо-йо-би-би-би-би-му. О, блин. Чувствую, эта серия будет долгая, друзья. There's no time to waste. There's no time at all. И опять, короче, примерно то же самое, все только люди попроще. От меня. Да ну ты отстаньте, говорю. Все? Че, серьезно? Камелас, don't dawdle.
You've already missed the train. Я одно не могу понять. Там было все настолько сложно и долго. Ну, в таком же зале, да? А здесь настолько все просто. Или там как-то от сложности зависит. Там был четвертый раз, и поэтому он такой сложный. А здесь типа первая покраска розы, и поэтому все так просто. Короче, непонятно как-то, если честно, для меня. Ну ладно. Все оказалось просто. Это хорошо. Я туда хочу. Эту голову. Почему туда нельзя? А я туда хочу. Что за безобразие? А, наверное, вот. Отсюда там уже можно будет. Угу. Да. Я прав. Да чтоб тебя, запрыгивай давай. А, вот так вот, да? Вот как все хитро здесь. Больше никуда нельзя. Нет. Забавно, забавно. Забавненько. Ага, я аж такое видел. Ну и опять по катушке, в принципе, в каждом зале оно есть, я так заметил. Вот так по катушечке. Ай-яй-яй. Чуть притормаживать, сильно разгоняться не стоит. Так. Давайте на зубки, мне надо прокачать чего-нибудь еще. Я, наверное, перченицу эту, как она, господи. Перечницу вот прокачал бы, наверное, еще сейчас на уровень бы. На один. Так, или лошадку. Ай! 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 Да чтоб вас! Все хп просрал. Тут вот такое долгое это все. Обычно оно побыстрее, вот прям. Ехать, ехать и ехать. Где-то там нос есть, это я тебя могу его освободить. Угу. Столы теперь тут какие-то. Все чудесатие и чудесатие. Ага, вон там ручка. Непонятно, где это, короче. Где-то далеко, в общем, очень. Прям совсем жутко далеко. Ой, огромный кальян он, короче. Мне же захотелось кальян купить. Так. Угу. Ну здрасте. Так, а что тут? Вот так вот и бежать? Вот прям вот так туда? Типа я должен долететь, да? Ну ладно. Проверим. Да чтоб тебя. Отдохни. Лошадка прям вообще. Прям. Лошадка прям рулит, короче. Так, пойдем заберем мою корзинку, которую я там открыл. Ну, возвращайся. Такое все нудное, медленное. Даже на костюме у нее лицо такое, знаете, это был череп, а это такое какое-то нудное рожа чья-то.
Но то, что у меня костюм меняется от зала к залу, это, конечно, прикольно. В первой части не было такого. Там был один и все, постоянно новый такой. Интересно сделано. Так. Чего? Да какого хрена? Время переключается как-то идиотски, серьезно. Вот рядом монстр. Нет, переключается на какого-то монстра, который не знает где, короче, в километре там от меня. Ну зачем? Вот же этот рядом. Ну какого хрена переключаться вот на этих, если этот чувак рядом? Ниже находится. Да что к тебе? Да уйди ты нахрен! Я нажимаю назад и... эту фигню, короче. Да иди ты в жопу, я говорю. Кончено прицеливание, я не знаю, что его тут придумал, но оно очень упорно. Отлично, то есть в момент моего удара он меня зарезал, получается. Круто. Блин, это еще каждый раз по полкилометра бегать. Я это видел, не надо мне это показывать. Как всегда, реально, вот полный трэш, короче. И все, опять же, вся проблема из этого конченного прицеливания. Угу, потом посмотрим. Вся проблема из законченного прицеливания, больше ни из-за чего. Просто упор от прицеливания, который наводится на того, кого надо. Я не понял, он что, все отбил? Блять, не долетаю, да? Да уйди ты нафиг. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Он уже готов меня встречать, конечно. Здорово. Давай лежать, короче, шапка. Лежать, сказал. Шапка. Как от них убегать? Серьезно, я не знаю, от них невозможно убежать. Почему у меня жизни так мало? Если я как бы начал... Там, например, было мало жизни, да? Ну как бы мало жизни, не знаю, что-то. Я не понял, а почему? Хряк тут опять хрякает. Я ж вроде забрал то все. Ну, типа оно не сохранилось, и мне теперь заново надо забирать, и то, что я тогда забрал, не считается, да, короче? Отлично. Отлично просто. Просто отлично. Я ж в него четко стрелял, почему он не стрелял? Вот в этой игре все прикольно, но вот такие моменты, знаете, когда вот анимация долго слишком задержится на каком-то моменте, либо прицеливание вообще никакое, просто оно упорото здесь абсолютно. То есть я понимаю, если ты поставил прицеливание, у меня должен быть герой всегда виден со спины. То есть я всегда должен видеть со спины героя вперед. И в этом как бы суть, да, я вижу вперед и все время вижу врага, как бы, который впереди находится. Тут же тебя как угодно ставит раком, блохом сверху вниз, тебя крутит, короче, ты ни хрена не видишь никакого врага. В чем смысл такого прицеливания, я не понимаю, ну, для чего они это сделали, кто это придумал и на что оно было рассчитано. А где еще эти ушлепки?
Я не могу пока, видите, нажать ничего. Нет, это не камп, короче, нифига. Лучше всего... Да чтоб тебя, блин! Да выйди ты! Еще так постреляет. Да не хочу, блядь. Да чтоб тебя, блин! Опять это вращение дебильное. Нахрена оно мне надо? Чё я должен? Оно мне только мешает, реально. Ну, то есть, я с этим вращением ничего не могу сделать, короче. Оно мне только мешает. Вот это вращение, когда, знаете, ты нажимаешь Enter, да, вот потом... Когда у тебя должно быть типа усиление. Оно настолько мешает это вращение. Сбивает тебя, вообще ты не понимаешь, что происходит, что вокруг. Особенно если маленькое пространство такое. Сильно мешающее. Это вообще жопа, короче. Не знаю, разработчики какие-то серьезно херню какую-то понаделали. То есть, я понимаю, что. Ой-ой-ой, нет, не отсюда, это надо отсюда прыгать. И опять анимация эта вот неподвижная, ну куда мне бежать. Че у нас вытянется? Ой-ой-ой, все кот поубегал там. Ага, сюда переделалось. Ну окей. Так, тут кипяток, я так понимаю, в него лучше не попадать, вот в этот вот. Водичку вот такую. Еще одна голая тетя. Зубок. У меня хилсов почти нет. Тут как бы монстры все не очень сложные. Сложно реально... сложность достает прицеливания. Редкость спрашивал меня всего один раз. Странно, гордился своими артефактами. Кажется... Эпохи Мин частично такова из японцев. Не похоже, что принадлежала самураям, но может и поэтому. Ни хера не понял. С камерой здесь беда в этой игре, конечно. Местами прям совсем все плохо. Так, и чё? А дальше куда? А, куда-то туда. Опять эти невидимые хрени, блин. Чё? Откроется. Ой-ой-ой, что ж тут происходит, это кошмар какой-то, слушайте, все летает, все куда-то перелетает, пере. Так. Тут что? О, тут воспоминание какое-то.
В этом, в том, что причиной всему был пожар, вполне очевидно. Сначала загорелась библиотека, огонь распространился по дому и взорвался газопровод. Блин, в этой локации очень много этих воспоминаний, прям море, короче. По сравнению с тем, что было раньше. Угу. Мы в какую-то новую локацию, что ли, идем? Лидл. Дайна спасла мою жизнь. Я выжила, потому что она показала мне, как можно сбежать. Я не оставила лампу в библиотеке, и Дайна ее не переворачивала. Лампа и Дайна была наверху, когда я направлялась спать. Дайна была в комнате со мной, когда вспыхнул огонь. А, часть мозгов вернулась на место. Еще один ключ. Новая локация. Не, локация пока та же. Ну, а вернулся взять большой кусок памяти какой-то. Тот, который нам нужен. Вот здесь кого-то маслают, короче. Каких-то... пчел из бумаги, что ли. Нам надо их спасти, да? Нам надо всех спасти. Всех сейчас спасем. Ай! Так, а здесь не переведено ничего, не могу читать. Читайте сами. Why have you abandoned us? The door ahead is sealed. Only by playing the correct sequence of bells can it be opened. A dubious honor, I suspect. Ладно, давайте начнем. Еще раз. Просрал? Вроде успел. Это что такое? Рано, да блин, даже. Я спешу, видать. Интересно, этими можно? The tunes embedded in my memory, like Twinkle Twinkle Little Bat. Что-то. Get to the tree, Alice. Help our brothers. Помоги нашим братьям что-то. Ну тут без перевода почему-то, я не знаю почему. Почему они не перевели этот кусок? Я в английском, друзья, не секу пока. Хочу обучиться, но пока не секу. Когда обучусь, тогда буду читать на английском. Еще одно воспоминание. Музыка успокаивает нас в жестокости, Алиса. Играй пианино необходимо не только чтобы стоять на ковре. Ладно. Зубки. Ничего не пропустил? Вроде нет. Ну и что тут будет? Рыбки. Здрасте.
чтоб тебе. Дайте в жопу, блин, твари. Вот эти вот черные твари. Эти вот черные твари жутко бесят, они прилепляются, и они почти невидимые такие, знаете, ну ты их не замечаешь до определенного момента. Жутко раздражают, еще и прицел этот наведение. И что, заново играть? Ну какого фига, вот спрашивается. Я не понимаю смысл этого, зачем это было заново делать все? Я не понимаю, должно это все сохраняться, и конкретно это уже должно быть сохранено. Я не хочу это все по 20 раз смотреть. Это, получается, мы ничего не взяли, да? Так, нафиг это мы читали все. Я не понимаю, вот такие места, мне кажется, должны сохраняться. Смысл, особенно если там, с учетом того, что там будет сложный бой, там, типа, да, там, с этими всеми уродами. Да все, не надо мне это показывать по 200 раз. Жутко бесит эти черные твари, серьезно. Идите нахрен. Да чтоб тебя, блин, давай, прыгай. Блин, ну какого хрена прицел взялся на эту хрень? Серьезно, куча монстров вокруг меня, но прицел взялся на этой стороне камеры. Это еще что-то точно камень есть. Откуда они все время берутся? Камень еще один этот упоротый есть. Говно это, блин. Вот он. Раздражает мне твари, блин, серьезно. Фух. Ну, не скачу. Чего? Это еще один камень, походу, есть. Не сказать, чтоб сильно тяжело, но и не сказать, чтоб супер просто.
Откуда они летят? Где-то еще один камень этот сраный стоит. Где он? Я не вижу пока. Где-то еще есть по-любому, раз они летят. А, вон он. Что-то я его не видел вообще, упор. А, теперь он автоматом открылся. Звуки, кстати, реально похожи из игры Самурай. Самурай Легенси, по-моему, или как-то так. Очень похожи, реально. Вот многие звуки ударов там такого. Прям вот, блин, один в один. Как будто оттуда взято. Может быть, разработчики там как-то это одни и те же, я не знаю. Да. Но звуки очень-очень похожи. Очень просто невероятно. Так. Так, друзья, на сегодня все. В следующий раз продолжим с этого места. Будем опять куда-то катиться. Очень длинный зал. Не знаю, когда он закончится. Но очень длинный. На сегодня все. Всем спасибо. Если ты досмотрел до конца, напиши «Я досмотрел до конца». Я буду знать, что ты супер чувак, короче. Вот. Также подписывайтесь на канал. Не обходите стороной. Помогите в развитии канала. И приходите на стримы. Также оставьте комментарии под всеми видосами еще недели. И мы будем разыгрывать ключики от различных стимовских игрушек. На сегодня все, друзья. Всем спасибо. Всем пока.